Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. Сегодняшнее видео небольшой, но очень интересный вопрос. Как отключить автозапуск Яндекс.Браузера? Итак, в этом видео мы подробно расскажем о том, как отключить автозапуск Яндекс.Браузера при включении компьютера или ноутбука, чтобы в дальнейшем он запускался лишь тогда, когда вы сами его открываете. Если вы спросите нас, хорош ли Яндекс.Браузер, мы вам ответим скорее да, чем нет. Хотя это не тот браузер, которым мы пользуемся. У нас подробное есть видео «Лучший браузер для системы Windows» на нашем канале. Итак, в этом браузере присутствуют отдельные нюансы, которые способны отвернуть пользователя. Один из них – это автоматический запуск при входе в нашу любимую 10-ю винду, 8-ку или 7-ку. Отключение данной функции сравнительно простое для опытного пользователя, но часто не по силам менее знакомым с компьютерами людьми. Именно для них это видео. Итак, поехали. Итак, рассмотрим первый вопрос нашего видео. Отключение запуска Яндекс.Браузера при включении вашего любимого компьютера. Чтобы Яндекс.Браузер не запускался каждый раз, когда вы входите в систему Windows, достаточно выполнить следующие простые шаги. Итак, первое. Откройте настройки Яндекс.Браузера. Для этого нажмите по кнопке «Меню». Это три полосы справа вверху окна. И выберите соответствующий пункт в открывшемся списке. Второй пункт. Открываем раздел «Системные». Третий пункт. В пункте «Открывать окна браузера вместе с запуском Windows» здесь мы выбираем пункт «Никогда». Четвертый пункт довольно-таки душетрепательный. Итак, обычно этих настроек достаточно, но если вы используете нашу любимую 10-ю винду и не закрыли ваш любимый браузер Яндекс.Браузера при выключении компьютера, он может снова запуститься. При включении, конечно. Итак, чтобы этого не произошло, зайдите в «Параметры» Windows 10, откройте пункт «Учетные записи» и перейдите в раздел «Варианты входа». Обратите внимание на пункт «Перезапустить приложение». Если он включен, то его обязательно надо отключить. Двигаемся далее. Итак, если по какой-то причине вы не можете найти нужные настройки в Яндекс.Браузере, это бывает, можно просто убрать его из автозагрузки. Как это сделать в 10-й винде, это актуально и для предыдущих версий системы, у нас есть отдельная инструкция за прошлый год. Она называется «Как добавить или удалить программы из автозагрузки Windows 10». Ну и по окончанию видео скажу следующее. Обязательно учитывайте, что бывает и слегка отличающаяся ситуация. Это Яндекс.Браузер отсутствует в автозагрузке, его запуск отключен в настройках, но он все равно запускается, открывая какую-то страницу, которую вы не задавали. Ну, в этом случае это надо использовать решение, описанное в видеоролике под названием «Что делать, если сам открывается браузер с вашей любимой рекламой». А это уже совершенно другая история. В итоге наш канал надеется, что данное видео помогло вам, и в итоге никакие браузеры не открываются самостоятельно при входе в вашу систему. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.